Арабские Эмираты. И здесь прям стоят колясочки для детей, можно взять. И для инвалидов. По бокам стоят колясочки. Прям берете, сажаете ребеночка и едем. Вот они оранжевого цвета. Вот мужчина взял колясочку, посадил ребенка и едет. Такие колясочки. И тихо, видите, написано. Китайцы все с одинаковыми чемоданами приехали. Все с желтыми чемоданами. Соки в аэропорту. Алоэ. Это Абу-Даби. Это что? Малина, да? Гранат. 23 дирхама. Я не знаю, 23 дирхама, сколько это. А вот, смотри, 26, какой-то салатик. Не, ну нас в самолете хорошо покормили. Тоже. Фрукты 24 дирхама. Фруктовая тарелка. Здесь тоже курочка, какие-то напитки, сэндвичи. А вот, смотри, что это такое. Интересное. Что написано? Шот это такой. Кур какой-то, куры. Куршот. Куриный шот, куриный суп, что ли? Нет, это. Типа соков, что ли, каких-то. Ананас, перец. Какие-то очищенные. Господи, гранат очищенный. Суфлешки всякие. Это 48 дирхам. Вот это вкусное, что-то творожное такое. Я бы такое съела. 27 дирхам. Абу-Даби. Восход солнца. Аэропорт. Уже красиво. Прилетели на Этихад. Хорошая авиакомпания. Прям такая посадка мягкая была, даже незаметно. Прям так мягко посадил самолет. Первый раз в жизни я за все свои года так приземлилась. Вообще обалденно. Очень хорошая авиакомпания. Аэропорт Абу-Даби. Смотрите, какая красота. Красотища. Вот так потолок. Смотрите. Олени там. Время у нас мало. Мы как сайгаки. Бегом-бегом. Везде. Такая вот красота. Лепота. Уже Новый год, тоже конфетки. С орешком, что-то вкусненькое. Все красиво украшено. Такие в Марокко мы видели примерно. А, или в Турции мы там покупали такие. Национальная одежда. Вкусняшки. Ну, мы не будем брать, вот какие есть, смотрите. Прикольно. А, вот духи-то, вот они. Вот они, вот то, что мне нужно. Ой, красотища. Вот такие вот фигурки тут продаются. Бокалы. Ручки шариковые. Мы все сидим в самолете, уже вылетаем с Абу-Даби в Коломбо.
اسحبوا القناع نحوكم بأحكام. لبديه سرايا للأكسجين. ضعوا القناع في والفم وتنفسوا بطريقة طبيعية. اسحبوا رباط المرن وراء الرأس قبل مساعدة الآخرين. There are 8 emergency exits on this aircraft, which are clearly marked. The arrows on the signs indicate the direction to the exits. The cabin crew will point out the emergency exits. Тут журнальчики, в ней есть, можно покупать вот эти всякие товары, да? In an emergency, the floor path illumination will guide you to the exits. Instructions on how to open the exits can be found on each exit. If evacuation is required, follow the cabin crew instructions. في حالة الطوارئ، أرضية الممرات المضاءة سترشدكم إلى المخارج. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة. Ночной Коломбо. Небольшой дождик капает. Жарище страшное. Под ноги надо смотреть. Тук-туки. А вот смотри, какие тут. Вот так на Шри-Ланке развозят хлебушек с утра. Такая машинка с музыкой. И все знают, что везут хлебушек свежий. Поедем мы на поезде. У нас вот здесь вот внизу проходит железная дорога. Мы сейчас доедем на тук-туке до станции, потому что мы с чемоданами доедем. Она где-то здесь рядом. И будем переправляться в Хикадуву. Смотрите, какая красота. 27 градусов. Сейчас вот половина восьмого утра. Уже 27 градусов. Шикарная погода. И такая красотища.
Теплая водичка? Такая. Утречком все прогуливаются, пробежечки. Пахнет, вот палочки зажигают, пахнет везде вот этими палочками. Аромат прям доносится. Так здорово. Они любят это жить, вот эти палочки ароматные. Немножко тучки идут. Возможно, тоже будет сегодня дождь.